Привет, друзья! А сегодня мы хотели бы сделать очень красивый цветок. Итак, для работы нам понадобится 1 5-дюймовый круглый шарик, это будет серединка, 2 длинных шарика ШДМ и насос для воздушных шаров. Начнем! Сначала наполним воздухом красный шарик и оставим длинный хвостик, примерно на 10 пальцев. Вот, друзья, немножко спустим воздух и завяжем шарик. Все полезные ссылки в описании. Так, вот, готово. Таким же образом наполним воздухом зеленый шарик, только оставим хвостик примерно на 6 пальцев. Так, друзья, это будет стебель. Вот наш хвостик. Немножко спустим воздух и снова завяжем шарик. Готово. Зеленый шарик пока отложим в сторону. Так, приступаем к изготовлению цветка. Разомнем шарик и делаем следующее. Примерно на 3-4 пальца. Скрутим шарик. Раз. Теперь делаем такой же второй элемент. Левой рукой обязательно придерживайте, а правой крутите. Два. Далее делаем такой элемент третий. Три. Сколько у нас будет? Давайте 5 лепестков. Вот так вот прикладываем. Определяем размер. Будет 4 и последний 5. Готово. Теперь хвостик вот так вот надо обвить, закрепить его вокруг, и получится такое кольцо. Следующий этап. Делаем буквально на 2 пальчика такие элементы. Скрутим шарик. Раз. Вот, друзья, вот так. Теперь вот так берем, прикладываем к предыдущему лепестку и обвиваем вокруг. Вот. Дальше. Скрутим шарик. Раз. Недавно в похожей технике мы делали такой веселый цветок, по-моему, он у нас назывался. Внутри еще был такой смешной, смеющийся, по-моему, шарик, да? Так, вот. Идем дальше. Друзья, видите, какой шарик толстый, хотела стать колбаса. Шарик толстый стал. Чуть-чуть вот так направляйте воздух к хвостику. Мы поэтому и делали здесь длинный хвостик на 10 пальцев, чтобы воздуху было куда уходить. Дальше. Вот таким образом. Раз. Скручиваем. И вот сюда. Оп. Теперь опять. Оп. Скручиваем. И крепим. Снова. Оп. И крепим. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. То есть у нас получились внутренние маленькие, да, лепестки, а верхние подлиннее. Теперь нам необходимо пройтись такими же лепестками, только с другой стороны, маленькими. Вот, друзья, у нас маленький, длинный, ну, короткий, длинный, да? Вот так вот прокладываем. Скрутим шарик. Раз. И сюда крепим. Вот. Далее длинный и короткий. Скрутим шарик. Раз.
и закрепим. И они плотно, хорошо стоят. Вот. Только здесь вот вверху. То есть длинные должны быть вверху. Дальше идем. Вот здесь у нас один маленький, а мы на него наложим второй. Оп. Все понятно, да, друзья? И крепим за следующий лепесток. Вот. И как раз останется на два лепестка. Видите? Давайте посмотрим дальше. Длинный лепесток, короткий. Делим на две части. На две части. И здесь крепим. Вот я так придерживаю и обкрутила. Все. Останется. Ну, как здорово получается, правда? Очень красиво. Так. И еще один. Получится такой маленький, очень такой крепенький, красивый цветочек. Сейчас найдем хвостик. Обовьем вокруг этот хвостик. И свяжем их между собой. Чтобы было надежно. Вот, связали. И спрячем. Вот. Сейчас все расправим. И класс. Прям нравится, нравится, правда? Так, осталось сделать серединку и стебель. Так, ну что, сделаем серединку. Наполним шарик воздухом. И определим ее размер. Вот, я думаю, в самый раз, да? Завяжем хвостик. Оп! Да, друзья, у нас есть видео, как хвостики завязывать. Так что ищите в описании. Помещаем серединку на место. Вот так. Угу. Переворачиваем и привязываем зеленый шарик. Раз. И второй раз. Вот. Красивое сочетание получается, да? Цветов. Так, не отвлекаемся. Для того, чтобы серединка хорошо держалась, сделаем чашелистики, как мы обычно их делаем. Скрутим шарик раз. Складываем. Оттягиваем и перекручиваем. Три лепестка сделаем, да? Мы делаем такую петлю. Раз. Скручиваем. Складываем. Перекручиваем. И еще. Раз. Скручиваем. Складываем. И готово. Красота. Вот. Даже видно зеленые листики, очень красиво, правда? Ну вот, какая красота у нас получилась. Просто аленький цветочек. Для того, чтобы цветочек смотрел на нас, мы здесь скрутим элемент Bubble Twist и сделаем элемент Pinch Twist. Мы недавно сняли отдельный видеоролик, потому что очень много вопросов вы задавали. Ссылка будет в описании. И в правом верхнем углу. Значит, вот так вот складываем. Правой рукой оттягиваем и перекручиваем. Это надо потренироваться, потому что иногда, когда начинаешь учиться, шарики лопаются. Так что, друзья, не расстраивайтесь. Вот. Ну вот, друзья, какая красота получилась. Давайте сделаем листики, да? Так, скрутим шарик. Раз. Раз.
Теперь таким же образом складываем одну петлю, один листик, перекручиваем и таким же образом второй листик складываем и перекручиваем. Все, располагаем все по своим местам. Хвостик исчез. Ну, друзья, мы довольны результатом. Ну, замечательный цветочек у нас сегодня получился, да? Прямо аж настроение поднялось. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Чтобы научиться делать забавные фигурки из воздушных шариков, обязательно пишите нам. Мы читаем комментарии и с радостью отвечаем на ваши вопросы. Заходите на наши каналы и сайт. Ссылки будут в описании. Пока! С уважением, Ромашка Клоун. Пока!